Теперь еще немножечко вот я вам рассказывал о том, что вот что-то там, допустим, ну, заболело, а вы вместо того, чтобы как-то разобраться самостоятельно, что, что, откуда, ну, слепо доверяетесь врачу, вроде как специалист, а он этим пользуется. Вот опять-таки, насчет зубов. Заболел, значит, у меня там зуб, дырка. И я обратился по рекомендации знакомого к этому врачу-зубнику. И он как начал мне. Вот там, грубо говоря, просверлил, что-то поставил, зацементировал. Придете через 2 дня, посмотрим. Раз, потом еще придете через 2 дня. В конце концов, у меня разболелось. То есть зуб, ну, будем говорить, я бы не сказал, что он болел. Ну, он просто уже испортился, и надо его было это сделать. И я пошел вот это делать. А тут получилось, что у меня именно начал он болеть из-за этого лечения. То есть вот эти вот пломбы временные, они там проживались, опять это что-то там делает и так далее. Пошел к другому врачу, говорит, так и так. Вот. Что-то тут меня мусилит, мурыжит. Он все это сделал за один раз. Ненормально. То есть вот каждое посещение вытягивались деньги. Под различными там, знаете, вот такими какими-то наукообразными там предлогами, там лечебными. А на самом деле была банальщина — это вытягивание денег с пациента. Пациент — это значит страдалец. То есть ты страдалец, а с себя еще будем тянуть денежки. И вот, и теперь, ну, опять-таки я там смотрю, а лента там фейсбучная выбрасывает различные видео. Опять про Ронни Колемана. И он уже сам рассказывает, что вот он, 8-кратный мистер Олимпия. То есть тот человек, который слепил себя могучим, показал, что он самый лучший, показал, что он самый-самый-самый, в течение 8 лет, 8-кратный, то есть это еще только один был такой чемпион, пришел к врачам на своих ногах. Вот, и как только было понятно, что у него есть денежки, его начали обрабатывать так, что теперь он не может ходить. То есть пришел на своих ногах, я заостряю, а теперь ходить не может. Что ж это за лечение? 11 операций, он сам говорит. Каждая операция стоит от 200 до 300 тысяч долларов. Да или, что там надо такое было делать сложно? Вот когда все суставы, все связки, все можно восстановить теми же физическими упражнениями. И я, будем говорить, вот я хожу, несмотря на то, что там я вам показывал свой позвоночник, там грыжи, там сказали, да, ужасные были вещи, там, в основном по моей там все это глупости. Я не хочу сказать, что я его восстановил, там, что он у меня новенький, но я хожу, я движусь, я нормально себе это. За 3 последние операции он заплатил 2 миллиона долларов. То есть человека обобрали. Сделали еще более больным, негодным. Расписали в своем неумении, и все. Инвалид. Вот что значит довериться. Хотя никому иному, как ему, понятно, как, грубо говоря, из своих мышц слепить нафиг мощную там фигуру, все это дело оздоровить,
И в то же время смотрите, что получилось, что вот это он не смог сделать, а доверился хваленой американской медицине. Немножко о нашем лечении. Когда еще был живой отец, он рассказывал. Ага, тоже пришел в больницу, начали делать, положили процедуры разные, все такое. И на одном из обходов он говорит: доктор, у меня руки трусятся, а раньше не трусились. А он ему отвечает: а что ты хочешь? Это же лечение идет. Что же это за лечение, которое делает человека инвалидом? Ё-моё, думайте своей головой. Что, чё, как? Не доверяйтесь слепо, чтобы потом не остаться у разбитого корыта.